маршрутный компьютер Multitronics TC750. Обладает цветным TFT-дисплеем с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320 на 240. Данный компьютер имеет мощный 32-разрядный процессор, который обеспечивает большую точность и скорость работы. Устанавливается на торпеду при помощи универсального крепления, которое имеет козырек, что защищает его от попадания прямых солнечных лучей. Данный компьютер имеет функции расширенной диагностики до 200 параметров электронных блоков управления. Поддерживает множество оригинальных протоколов, включая паспорт, сервисные записи ЭБУ на уровне диагностического сканера. Довольно-таки прост в настройке, то есть большую часть настроек можно редактировать и сохранить при помощи программы с обычного персонального компьютера. Все настройки могут быть сохранены в файл на ПК пользователя, что позволяет обмениваться конфигурационными файлами между пользователями, у которых есть одинаковые автомобили. И также можно подключать до 2 парковочных радаров Multitronics одновременно спереди и сзади. Есть встроенный голосовой синтезатор, также журнал поездок и заправок, до 20 поездок и 20 заправок. Есть контроль качества топлива, экономитр, который позволяет устанавливать значение пробега на остатки топлива в баке и контролировать стиль поездки. И также обладает функциями осциллографа. То есть работает в качестве осциллографа при подключении опционального кабеля Multitronics ШП2. Это имеет функции наблюдения, анализа сигналов различных датчиков в цепи автомобиля на экране компьютера. И данный бортовой компьютер поддерживает самостоятельное обновление программного обеспечения с помощью встроенного разъема mini-USB с возможностью запоминания и переноса настроек в новые версии.